Вот они, эспандеры. Берем их и вперед. Казацкая ходьба. Русский стиль. Идешь и кистью разжимаешь. Оп. Оп. Тренируется сердце. Тренируются мышцы рук. И в целом гораздо большая нагрузка, нежели в этой скандинавской ходьбе. Так что занимайтесь казацкой ходьбой. Более эффективная, более лучшая, отлично действует. Отлично дает нагрузку. Рекомендую всем казацкую ходьбу. Дает нагрузку на все. Вот когда палка движется, нагрузка небольшая, просто переставляешь, ну, руки работают минимально. Здесь же, когда сокращаешь кисть с усилием, нагрузка на всю руку, на кисть, на плечо. Отлично. Сразу же организм работает в более повышенном режиме, тратит больше энергии, то, что нам и надо. Нагрузка должна быть большая, не менее 30 минут. Минут 45 идеал, час очень хорошо. Сидим. Что нас и портит? Сидение, лежание. А нам нужно движение. Тогда мы будем здоровы, в какой-то степени молоды и творчески активны. Тишина, утро. Я где-то 7:30 пошел. Кстати, когда встаешь рано, со сном полный порядок. Хочется спать вечером. Если встаешь поздно, часа в 2 ночи заснешь, а потом лежишь до 10. А после обязательно водица, полезная вода, насыщенная свободными электронами, восстанавливает организм после любой нагрузки. Плюс улучшает текучесть крови, плюс убивает разные бактерии, вирусы в организме, нормализует кишечник и пищеварение, формирует нормальный стул колбасообразный, делает массу полезных вещей. И особенно полезно для того, чтобы укреплялось сердце, нагрузочка, казачий ход. А после водиться рекомендую